В Уктульский городской суд вынес приговор по громкому делу за убийство двух малолетних падчериц и сожжение их тел, приговоренных к пожизненному лишению свободы 25-летний Игорь Желенков. Напомним, в ночь на 1 февраля этого года Желенков в своей квартире ночевал с двумя дочерьми, полутора и трех лет, бывшей гражданской жены. Воспользовавшись отсутствием их матери, Желенков надругался над детьми, а затем попытался избавиться от тел. На следующий день парень был задержан и в содеянном сознался. После проведения осмотра доставленный в следственный отдел Желенков написал явку с повинной и указал место сокрытия тел девочек. При осмотре тел было установлено, что в отношении старшей девочки совершены преступления сексуального характера. По версии Желенкова, преступление он совершил после смерти ребенка. Однако, проведенными экспертизами, эта версия была опровергнута и установлено, что девочка была подвергнута сексуальному насилию при жизни. Следователи отмечают, Желенков не был судим в армии и на работе, его характеризовали только положительно. Всего по уголовному делу проведено более 20 экспертиз. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы Желенков признан вменяемым.